Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая. Это, судя по всему, стекло для смартфона Xiaomi Mi 4C. Вот такой Glass Screen Protector. Закаленное стекло. Давайте вот так вот вот эту ерунду прорежем и откроем. Так, вообще стекло впервые заказываю. Вот так вот оно запечатано. Достанем, посмотрим, какое оно. Тоненькое. Это должно быть оригинальное стекло, вроде бы как я оригинальное заказывал. Оригинальное именно для этого смартфона. Здесь, я так понимаю, салфетки какие-то для... И инструкция, как наклеивать. Ну, о том, что это Xiaomi, для Xiaomi или от Xiaomi, стекло нигде не видно. Стоимость его, если не ошибаюсь, $8. Ну, здесь указано 4. Добиралось сюда оно около 20 дней. Добиралось через почту Эстонии. Ну, уже буду наклеивать его. Посмотрю, сейчас приложу, как оно к телефону. Это вот так, судя по всему. Судя по дыркам. Судя по дыркам, оно не совпадает. Или совпадает вот так, да. Вот так. Вот таким вот образом он должен быть наклеен. Ну так вроде бы не толстое. Честно говоря, я даже не знаю, стоит ли его клеить. Стекло и так вроде бы не маркое. Ну посмотрим, может быть и наклею. Вот такое вот стекло, защитное стекло. Для Xiaomi. Mi 4C. Ссылку приложу в описании. Кому интересно, заходим, заказываем. На этом все. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Пока.